Здравствуйте, наш любимый зритель! Апрель вступил в свои права, делая людей счастливыми. А что такое счастье? Каждый человек понимает по-своему, и у каждого оно свое. Но у большинства это чувство влюбленности, эмоций и счастливые глаза любимого и близкого человека. И наша программа «Музыкальный привет» поможет вам в этом. Мы выходим каждую пятницу в 7 вечера и каждую неделю знакомимся с вами, передавая ваши приветы и поздравления. Не откладывайте на потом, сделайте оригинальный подарок близким. Для этого нужно всего лишь связаться с нами по электронной почте. Контакты вы видите на своих экранах. А прямо сейчас заряжайтесь отличным настроением, ведь мы будем поздравлять ваших родных и близких. И первый именинник у нас Арслан Манхаков. Сегодня ему исполнилось 41 год. С чем его поздравляют родные. И вот такие пожелания близкие передают вам в этот день. Года летят, но хорошо, что у тебя есть еще много времени для того, чтобы наделать новых, но уже взрослых, вполне осознанных глупостей. Желаем жизни тебе, наполненной самыми яркими событиями. Всегда действуй так, как велит сердце, чтобы потом было что вспомнить. Мы присоединяемся к поздравлениям, и для вас звучит музыкальный подарок.
Всем приятного вечера! В эфире «Музыкальный привет». Маленькими шажочками мы приближаемся к вечеру пятницы. И это прекрасно, ведь совершенно уверенными шагами мы сейчас побежим навстречу нашим приветам и замечательной музыке. И в этот вечер нас ничего не смущает и не тревожит, ведь у нас на очереди следующее поздравление. И оно призвучит для Татьяны Манжиевой. С днем рождения вас поздравляют подруги. И вот такие слова мы с удовольствием передаем вам. Дорогая, ты невероятно добрая, заботливая и внимательная. У тебя отличная семья. Свети много лет своими чудесными лучами, радуй всех улыбками и счастливыми глазами. Ты строишь карьеру и, полагаем, ты со временем станешь большим боссом. За тобой идут люди, к тебе прислушиваются, тебя уважают. Мы от всего сердца хотим пожелать тебе никогда не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, а главное — быть счастливой. И для Татьяны мы дарим музыкальный номер. Продолжаем передавать приветы. И следующий трек адресован уроженцу села Сарпа Батру Калдаеву. Друзья и сослуживцы поздравляют вас с 35-летием и желают добиться всех поставленных целей. Пусть на жизненном пути удача всегда улыбается тебе, кошелек никогда не пустеет, а сердце всегда поет. Пусть твои родные и близкие радуют и помогают тебе в покорении новых вершин. А здоровье остается богатырским. Желаем тебе каждый день встречать с воодушевлением и азартом, чтобы позже, провожая его, ты всегда был доволен тем, как провел его и как проходит твоя жизнь. И для именинника звучит музыкальный привет.
Thank you.
3 апреля исполнилось 34 года замечательной, доброй, красивой девушке Нуране Аллахвердиевой. С днем рождения вас поздравляют подруги. Желают вам, чтобы в вашем сердце всегда струился источник вечной молодости, чтобы вы всегда смогли почерпнуть из него энергию и сил для активной, интересной и успешной жизни. Желаем долгих, радостных и счастливых безмятежных дней, всегда находить удовольствие, стимул и прекрасное в каждом моменте своей жизни. С днем рождения! А мы присоединяемся к теплым пожеланиям и дарим музыкальную композицию. За окном весна и буйство красок. Не сидите дома, езжайте в степь и насладитесь красотой цветения тюльпанов. На сегодня это были все поздравления от вас, дорогие телезрители. Присылайте ваши пожелания в нашу редакцию. Контакты вы видите на своих экранах. Ну а нам пришло время прощаться. Я в свою очередь присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю всем уютного, чудесного вечера, прекрасного настроения и незабываемых выходных. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!